11 марта 1942 года ЦК ВЛКСМ принял постановление о подготовке медицинских сестер и санитарных дружинниц. На полях сражений женщины-медики проявили исключительное мужество и храбрость. 19-летняя Валерия Гнаровская, санинструктор стрелкового полка, защищая раненых, уничтожила свыше 20 солдат и офицеров противника. А когда попала в окружение, со связкой гранат бросилась под танк и подорвала его. За стойкость и героизм 17 женщин-медиков удостоены звания Героя Советского Союза. До победы оставалось 1155 дней.